Посмотрите, что здесь есть. Шасси. Это, в общем-то, то же самое шасси, которое показывали на московском автосалоне. Здесь для нас принципиально ничего нового нет. За стеклянной стенкой, вот в этом кубе, мы потом подойдем поближе, это бронированная версия, это лимузин. Все лимузины Аурус, как мы уже когда-то рассказывали, все бронированные. Ну, правильно по-русски говорить, бронированные, потому что бронированным бывает билет. И седан. Сенат, вот он немножко в таком неожиданном исполнении, не черный, а вот в таком каком-то золотисто-бежево-песочном цвете, очень красивом, очень приятно выглядит. Аурус Сенат. Внешне по технике в этой машине ничего нового нет, но он интересно сделал внутри, поскольку дизайнеры поработали над внутренним убранством машины, чтобы не стыдно было показать его европейской публике, потенциальным покупателям, и показать тот уровень, с которым можно сделать такую машину в России. Давайте заглянем вовнутрь. Ну вот смотрите, вся архитектура интерьера, все сохранилось так, как это было на первых машинах, которые показали на московском автосалоне. Но цвет деревянной отделки очень необычный. Я даже не знаю, честно говоря, что это за дерево. Сейчас, я надеюсь, нам дизайнеры чуть позже расскажут, что это такое. И необычного цвета такая голубоватая кожа, которая смотрится настолько респектабельно, настолько возвышенно и настолько приятно, что, в общем-то, даже я, честно говоря, не припомню, на каких еще автомобилях серийных применяется именно такая кожа. С легким-легким каким-то голубовато-сероватым небесным оттенком. Задняя дверь открывается. То же самое, та же цветовая гамма, в тон коврики на полу. И даже подушечки вот вышиты характерной такой голубоватой, слегка серебристой, может быть, даже тканью. Очень-очень-очень интересно. Управление мультимедийной системой сосредоточено на дверях. Вот блок управления для левого пассажира, клавиши включения-выключения, меню и выход из меню, джойстик выбора и еще один джойстик, который не только крутится, но и перемещается в нескольких направлениях. И, соответственно, такой же блок есть на правой двери для правого пассажира. А на центральном подлокотники, вот на этой огромной массивной консоли, тоже очень приятно отделанный шпоном, сосредоточены все клавиши управления климатической установкой. Пожалуйста, мы вращаем кругляш и меняем температуру подаваемого воздуха, а когда мы нажимаем, мы, соответственно, меняем активность. Система это в режиме авто, это в ручном режиме направления потоков воздуха, и, соответственно, когда мы меняем направление потоков воздуха, тоже меняется картинка на экране. Вот посмотрите, вот так это выглядит. По богатому отделаны дверные карманы, то есть шпон внутри, все ворсовым материалом отделано. Очень приятно и очень, конечно, все это марка. Я даже не представляю, что сюда можно класть, чтобы сохранить в опрятном виде все эти вставочки, все эти такие блестяшечки и вообще прочие ништяки. Поднимаем подлокотник. Здесь у нас место для хранения каких-то мелких вещей, например, телефон можно положить. Опускаем. Если поднять все целиком, то мы увидим здесь два складных столика, которые можно использовать по назначению. Пожалуйста, можно и поработать, наверное, и, не знаю, шампанское поставить. Кстати говоря, шампанское, по идее, должно быть. Давайте посмотрим вот в этот вот хранилище. Так, посмотрим ящичек. О, да, бутылочка стоит. Ну, а здесь, по идее, тоже можно что-то хранить. Во всяком случае, использовать как заначку. Прохладненько, холодильник-то работает. Да, отлично.
пересаживаемся на место водителя. Здесь принципиально тоже мало что изменилось, а скорее всего вообще ничего не изменилось, кроме, собственно, отделки. Приборы, вот как они мне очень нравились с самого начала, когда появились только первые эскизы, и слава богу, что эта история дожила до серийного воплощения. Такие вытянутые яйцеобразные основные циферблаты, слева спидометр, справа тахометр, стрелки ходят снизу вверх симметрично, и вписанные в них маленькие циферблаты: слева запас топлива, справа температура охлаждающей жидкости. И по центру, естественно, большой экран мультимедийный, он не сенсорный, все управление сосредоточено на большой мультимедийной шайбе. Вот теперь вот я сейчас ее вращаю, вы можете посмотреть, как я перебираю, например, треки на мультимедийке. Соответственно, кнопка меню есть, можно вернуться в основное меню. И вот опять я вам сейчас показываю. Пожалуйста, навигационная система. Мы в нее можем войти. Или в мультимедиа опять же вернуться. Или радио. Вот, пожалуйста, по-французски все заработало. Или, соответственно, куда-то можем в настройки автомобиля войти. И так, надо потише сделать. Так. Вот, пожалуйста, можно настроить различные системы. В звук. Или, в принципе, нас, наверное, не звук больше интересует, а все-таки сам автомобиль. Что мы здесь можем настроить? Кондиционер, автоматическую систему рециркуляции можем, да, установить. Пожалуйста, при предпочтении по температуре в ногах пассажира и водителя, освещение, амбиентная подсветка, степень ее, так сказать, яркости задается спереди, сзади. Соответственно, блокировка дверей задается, автоматическое складывание зеркал, работа дворников и омывателей лобового стекла. То есть многие системы зашиты в мультимедийку, и именно поэтому на центральной консоли остались только основные клавиши. Это кругляши управления температурой, то есть климат-контролем. Вот они. Точно такой же блок стоит сзади, только здесь еще интегрирована кнопка аварийной сигнализации, ну и, соответственно, типично водительские кнопки. Это, например, обогрев переднего стекла, дополнительный обдув, максимальный обдув переднего стекла. Опять же, когда мы нажимаем, сразу видим изменяющиеся индикации в этих кругляшах, и пошел дуть воздух на лобовое стекло. Перчаточный ящик не очень большой, во всяком случае ожидаешь более крупного такого ящика на такой машине, но с другой стороны он вполне достаточный. По богатому сделан блок управления сиденьем. Сиденье не только двигается вперед и назад, но и регулируется по высоте целиком, а также по углу наклона только передней его части. Этими кнопками можно регулировать величину. Вот посмотрите, сейчас выдвигается подушка, а сейчас она задвигается. То есть мы вытягиваем подушку, делаем ее длиннее или наоборот укорачиваем. Регулируется поясничный подпор, сильнее и меньше. Спинка отклоняется назад, вперед, и, соответственно, вверх или вниз двигается под подголовник. Подголовник тоже электропривод. Соответственно, есть несколько кнопок памяти. Это базовый двигатель семейства. Он обладает очень высокими удельными абсолютными значениями мощности крутящего момента. То есть обеспечивает высокие тяговодинамические параметры как для автомобилей более легких, так и для автомобилей более тяжелых, таких как бронированный лимузин и седан. Я правильно помню, что в автомобилях BMW наддув расположен в развале блока, да, по-моему, а у вас он вовне? Это вызвано прежде всего компоновочными соображениями. Вот, компоновка очень плотная. И, соответственно, вот данная схема оказалась наиболее выигрышной для нас. Выигрышной чем? Именно по компоновке или по тепловым решениям? Или и по тому, и по другому. Коробка передач? Коробка передач российская, компания Kate, 9-ступенчатая, автоматическая. Насколько она локализована? Она спроектирована нашими российскими инженерами, собирается в России. Часть компонентной базы приходит
из-за границы. Но все это оригинальные компоненты, потому что коробка необычная. Вот, и здесь нет заимствованных решений. А необычно чем? Ну, она без гидротрансформатора. Угу. Вот, это планетарная коробка, которая обеспечивает передачу очень высокого крутящего момента. Габаритная длина этого здоровяка превышает 5,5 метров. Масса более 3 тонн. Седан оснащен гибридным силовым агрегатом, в состав которого входит бензиновый мотор мощностью 598 лошадиных сил, 62-сильный электродвигатель, а также 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Естественно, машина полноприводная, и несмотря на такую огромную массу, как я уже говорил, эта машина весит более 3 тонн. С места до 100 км в час по ТТХ она разгоняется всего за 6 секунд. Смотрите, наверное, это одна из немногих возможностей увидеть багажник Аурус Сенат живьем. Подполье пустое, ничего нет. Вообще, глупо было бы ожидать, что этот багажник будет блистать практичностью, но, тем не менее, он достаточно большой для того, чтобы возить здесь, например, большие чемоданы, клюшки для гольфа. Смотрите, какая здесь суровая металлическая накладка. Блин, она прям очень злая. Итак, что у нас в интерьере? Давайте смотреть. Здесь роскошная деревянная отделка, здесь приятная мягкая кожа. Вот такой вот массивный блок управления климатической установкой. Что-то он мне напоминает, но я никак не могу сообразить, что именно. Здесь у нас джойстик управления мультимедийной системой. Здесь еще какая-то крутилка, но я не знаю, что это такое. Машина пока выключена. Подлокотник. Все роскошно. Здесь у нас два экрана. Это мультимедийная система, это цифровая приборная панель. Руль тоже обшит плотной кожей. И, кстати, обратите внимание, что здесь на руле нитки спрятаны внутрь. Нету здесь никакой строчки. Вот настолько здесь все роскошно. А на дверях есть. Очень-очень все это круто выглядит, конечно. Сейчас попробуем сесть назад. Внизу у нас здесь, смотрите, какой большой, мощный и роскошный блок настройки сидений второго ряда, но все работает, да. Здесь, кстати, есть память аж на 3 положения. В общем, все как бы намекает на то, что сзади в этой машине будут ездить разные люди в зависимости от их карьерного роста. Прием заказов на Аурус Сенат начался 15 февраля. Официальные цены на модель пока неизвестны, но по неофициальным данным, один такой автомобиль обойдется примерно в 10 миллионов рублей. И все-таки вернемся, как я и обещал, к лимузину. Эта машина здесь будет стоять вообще в отдельном этом кубе и доступна будет вообще единицам. Только реальным покупателям, которые в состоянии оценить этот автомобиль и, самое главное, хотя бы гипотетически в состоянии его купить. Снимать внутри нельзя. Нам запретили строго-настрого, хотя уверяю вас, что внутри вы не увидите вот своим глазом ничего такого необычного, что-то особенного, выбивающегося из общей канвы. Передняя часть салона, вот водительский отсек, отделение, вообще копия того, что мы видели в седане, только другие материалы отделки, другой шпон и так далее, но архитектурно это абсолютно то же самое. Затем стоит жесткая перегородка, за которой начинается пассажирский отсек с такими же задними сиденьями, с сиденьями дополнительными для охраны или для ассистентов, которые расположены против движения, против хода. То есть люди располагаются, пассажиры визави, друг напротив друга. И обратите внимание на стекла. Вот видно хорошо по заднему, например, стеклу, насколько ограничена обзорность, зона обзора, да, поскольку стекло бронированное, толстое, и это видно, например, и по боковым
окнам, посмотрите окна задних дверей, насколько амбразура, вот, собственно говоря, прозрачные окна меньше, собственно, физических размеров окна, как это могло бы быть, например, на обычной машине. Потому что всегда решается задача такой компромисс, да, либо обеспечить лучшую защиту, либо обеспечить лучшую обзорность. В данном случае компромисс решен в пользу лучшей защиты. Центральная часть вообще непрозрачная. И, соответственно, вот на водительские двери, например, тоже мы видим, насколько визуально толстыми остаются вот такие непрозрачные зоны. Конечно, это ухудшает обзорность, от водителя требуется определенная квалификация. По лобовому стеклу мы тоже видим, насколько толстая вот эта черная как бы псевдорамка. В целом машина выглядит очень массивно, помпезно, и я не знаю, насколько будет она интересна покупателям из Западной Европы. Я полагаю, что это, наверное, единица, в буквальном смысле слова единица. Но если говорить о покупателях с Ближнего Востока, то это их тема. Я уверен, что их будет много, и это люди, которые могут платить и которые готовы платить за машины такого рода.